Всем привет, с вами Джама. Сегодня я вам подготовила мейкап-туториал на тему арабские глаза, так как был запрос от вас, и надеюсь, вам понравится. Но я не стала делать слишком Клеопатры, потому что, не знаю, мне не очень пошло. Но надеюсь, вам понравится, давайте приступим. Итак, я готова. Подготавливаю кожу спреем MAC Prep & Prime. Беру праймер Benefit Professional, наношу только в те места, где могут быть поры и жирный блеск. Беру свою тоналочку Lancome Tintidal Ultra, цвет 250W, теплого оттенка. А для бровей мне нужно будет Anastasia Beverly Hills гель для бровей Medium Brown цвета. Решил здесь немножко промотать, так как я уже показывала в предыдущих видео. Решил, так будет быстрее. Но брови осветлить-то надо. Беру консилер Maybelline Instant Age Rewind, осветляю под бровями и над бровями. Вами все. Приступаем к глазам. Беру Urban Decay праймер для теней. Палетки Lorac Pro беру крем цвет и наношу на все веко. Палетки Marsala Sephora беру бургунди цвет. Это темно-коричневый красный цвет, очень красивый. Наношу его на впадинку нашего века. Вашу впадинку я вам советую приподнять брови, прозакрыть глаза и почувствовать кисточкой эту впадинку и наносить очень легкими движениями в сторону внутреннего угла. Хорошенько рассушевываем. Обратно же с палетки Lorac Pro беру Deep Purple, темно-фиолетовый цвет, наношу его на внешний угол глаз. Хорошенько растушевываю и растушевываю желательно в сторону внутреннего угла глаз. Беру карандаш NYX Jumbo, цвет Milk, наношу его на подвижное веко и внутренний угол глаз сверху и снизу. Беру золотистый цвет с палетки Marsala и наношу в то же место, куда я наносила Pencil Milk, желательно не размазывая, а так, как будто бы ты клеишь. И наношу тени бургундии под глазами, потому что скоро будем подводить глаза. И перед подводкой решила прикрепить заранее мои ресницы. Будем подводить глаза гелевой подводкой Maybelline. Для начала черчу линию на внешнем углу глаз, ориентируясь на конец моих бровей. И начинаю с самого начала. Черчу линию, беру потолще линию и соединяем с концом. Не бойтесь брать потолще линию, это будет очень красиво. И подводим под глазами. Под глазами можете сделать как Клеопатра, но я не стала этого делать, потому что у меня с моими глазами почему-то не получилось. Но вы можете попробовать. С палетки Marsala беру тени именно цвета Marsala и подвожу под глазами. Беру контур палетку Anastasia Beverly Hills и беру цвет банана, будем осветлять под глазами. Где Т-зона? Зажигалка поджигает сигарету, а ты меня. И с той же палетки беру нейтральный цвет бронзера и будем подводить скулы и моделировать лицо. Для румяна беру я Naked Flush. Чтобы добиться глянцевого финиша, я наношу Becca Moonstone Highlighter. Можно нанести на все лицо, но я наношу чуть выше румяны и там, где Т-зона. А для губ я выбрала цвет нюдный от Bite, это блеск для губ. И кажется, все. Надеюсь, ребята, вам понравилось. Если понравилось, не забудьте скомментировать. И можете тоже попробовать дома и обязательно поделитесь со мной, потому что мне тоже очень интересно, как у вас получится. Увидимся на следующем видео. Пока-пока!